Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики, с вами, как всегда, Сладкоежка. Ну что ж, ребят, наконец-таки пришел именно тот день, за который многие переживали, за который многие молились, и, как говорится, этого дня ждали все мои подписчики, которые смотрят меня, смотрят реакции, приходят на стримы, за что им огромное спасибо. Хочу поведать вам очень хорошую и интересную веселую новость. Наконец-таки я смог пройти свой второй изи-демон под названием X-Step V2, либо же X-Step версия номер 2. Что вам хочу сказать насчет данного демона? Мы проходили, ребят, его 2 недели чистого времени, он забрал много времени, много сил, много жестких эмоций, но... Как говорится, Сладкоежка сказал, Сладкоежка хотел это сделать, и Сладкоежка сделал. Потратил я, ребят, на этот изи-демон, коренной изи-демон, 5877 попыток. Я знаю то, что хейтеры там будут кривляться, рассказывать, я бы прошел быстрее и так далее. Но я вам скажу то, что этот изи-демон имеет мемори моменты, канцерные моменты, поэтому это было жестко. Следующий мой хардест, ребят, это будет Clutterfunk, возможно, даже с 3 монетами. Огромная просьба, ребят, написать в комментариях, за сколько вы прошли X-Step V2, вот, попыток. Ну и, как говорится, сколько по времени проходили и все в этом роде. И какой у вас сейчас хардест. А я вам сейчас, ребят, предлагаю посмотреть именно то прохождение, именно ту реакцию, где я, собственно, прошел X-Step V2. Не забываем подписываться, ставить лайки. А я вам всем желаю приятного просмотра. Поехали! Я проходил оригинальный гейм. Я всегда мечтал, чтобы ко мне зерновка залетел. И чтобы я попал к нему в видео. Сука. Фух, ребята. Вы не поверите, но Сладкоежка наконец-таки сделал это. И Майлса знаю, да. Я его, короче, прошел до 6000, в принципе, как я и хотел, блядь. Потратил я 5877 попыток. Вы за это обязаны поставить лайк. На стриме 27 человек. Серёга сохраняется обязательно. Ожидайте завтра роличек с прохождением. Значит, что я вам хочу сказать насчет прохождения данного X-Step V2. Он получился намного жестче, намного эпичнее, чем сам X-Step оригинальный.
Это полнейший пиздец, это полнейший разъеб всего ГД комьюнити. Сладкоежка прошел их степ В2. Да. И спасибо огромное тем людям, которые меня мотивировали это делать. Спасибо тем людям, которые ставили лайки, которые писали го, которые болели за меня. Я сейчас вам хочу сказать то, что если новички будут играть в данный уровень, лучше пускай они играют в него не скоро. То есть я сделал очень большой шаг. То есть я прошел обычный X-Step и сразу пошел проходить X-Step V2. Это пиздец был. Ну, этого делать не надо было. Но как я уже поставил 80 с чем-то процентов, то уже, как говорится, пути назад не было. Хочу вам показать сейчас тех людей, которые сейчас на стриме и которые увидели эту победную попытку. Значит, все, кто сейчас на стриме, напишите в чат. Вы сейчас попадаете в видео. Да, напишите. 25 человек. Стрим идет. Стрим идет час всего лишь. Значит, это Алекс Плей, это Альтрум, это Антитоксик, мультики про танки, это Ваня, это Дарк Нивал, это Доридос, ГМД Сашок, Итизума, Just Last GD, Crystal Dota 2, Plow GMD, Remaster, Senialol, Серега Топ, Sonic Rain. Потом. Сусло 999 GD, Затукада, Вольт, Космос, Нубик, Лол, просто Дима, на всех хватит и газировка. Вот. Всех перечислил. Вот. Вы, как говорится, легенды. Вы увидели победную попытку, за что вам огромное спасибо. Значит, еще раз хочу выразить огромную благодарность тем людям, которые были до этого момента, которые смотрели все стримы, пока я его не пройду, да. Могли пройти бы его и вчера, но я вам говорил то, что почему я так долго его проходил, почему много ушло попыток, потому что я запускал стрим. Я играл в реквесты, я танцевал, я тратил силы на этот самый, я тратил силы на реквесты, на танцы, а потом уже 20% силы я тратил на X-Step, хотя надо было делать, как другие стримеры, запускать стримы по X-Step отдельно. Но спустя 2 недели мы смогли это сделать, всем огромное спасибо, не отчаивайтесь, ребят, идите вперед, не останавливайтесь, и все у вас будет супер. Все, ребят, всем. Ну что ж, мои дорогие зрители и подписчики, вот такое у меня получилось прохождение, такая получилась бурная, веселая, долгожданная реакция. Наконец-таки я смог его пройти, наконец-таки я смог это сделать. Понятное дело, то, что Clutterfunk я пройду намного быстрее, потому что он дается очень легко. Сегодня после прохождения X-Step V2 я уже поставил 50% на Clutterfunk'е, вот, поэтому мы его пройдем намного быстрее. Тем более и с монетками, да. Монетки не особо сложные, первую, вторую я знаю, они не сложные, вторая сложнее первой, правда, вот. Ну, а насчет третьей, там, пока неизвестно, посмотрим. Вот. От души всем огромное спасибо за просмотр данного видеоролика. Не забываем подписываться, ставить лайки, писать свои зачетные, позитивные и приятные для меня комментарии. Всем я желаю добра, бобра, демон-демона, экстрим-демона. Всем удачи и всем пока-пока. Увидимся в следующих хардестах и прохождениях. Пока-пока.